Проверка. Пристопов будет. Ну да. Ой, я тебе дам. Пакетик брать будете. Все готовы. Стаки закройте. Два процента стопните по боссу, сначала треслейте, 1% до базы, аккуратно. Закханыч, ну чё за хуйня? Этот, сука, кто? Гатрисия, быстро леса его. Или нет у тебя? 40 секунд. Дуритон лид, быстро леса. Угу. И поехали. С треугольника заходим. Так, что там, блядь, следующий сектор вести никогда. Вот этот, наверное, да? Да. Да, да, нормально. Должно быть. Двигаемся. Ага. Пойдет. Сейчас отдохнет. Смотри, метка одновременно с лезвиями, не проебись. Да, он, сори. Так, свету Катрисия будешь резать. А, блять, он во тьме нахуй. Короче, Катрисия, выйдешь в свет, резнешь свет же, и пойдешь. Переводим? Стопните. Уберите. Ждем. Лучше подождать эту метку. Вот после лезвий будет метка. Не бейте босса вообще. Вот смотрим. Заканыч, сукин сын, как так? У кого БР есть? Посмотрите по БР. У всех. Короче, его будет БРить Мэтт Фокс. У меня шмот сломался. Метку ждите. Тьма полностью стоп дамаг. Этот. Выноси метку. Мне что делать-то? Резать нет. Блять, нахуй некромантика сдох. Мне просто Помогал интересно. Помогал я нахуй, блять. В портал. Ждите, бля. Кого ждите-то? Разве следующих выйдите? Какой следующий? Вон он. Вынесли вон уже всю метку, уже все сделали. Резайте, блять, меня. Не, он про этот. Так а во тьме это дамаг-то стопаем. Сэджу рез. Тьма не бейте вообще. Мэтфок, 30 Сэджу. У кого еще бы остался? Водику. Я резнул Сэджу. Я понял. Значит, у Мэтт Фокс. Кто лежит и у кого есть БР? Лежит Некромантик, а Закханыч. БР, Мэтт Фокс есть и Катрисия. Закханыч, рез. Катрисия, у тебя есть или ты не выходил? У меня есть, я во тьме. Хорошо.
Заханыч, заходи в тьму. Ищи рейд. Подожди. Быстро, быстро. Сейчас лезвие секунда будут быстрее. Ну я прям на лезвие бежит. А, все, падаем заново. Это хуйня полная. Только тело не покидайте, пока там все не сойдется. Ёбаные эти крылья и хвост босса загораживают шарики, это пиздец неудобно. Да. А камера упирается в купол ёбаный этот. А тебе не надо столько много этот... Ну мне надо, потому что я не вижу, я ёбаный милик. Тебе можно в бок посмотреть, разок убедиться. А, самое главное первое лезвие, а другие ты по принципу, мне где они исчезли, мне, пиздец. Но я тебе говорю, тебе надо посмотреть только первый раз, как они исчезли, на том же месте они точно появятся, вот это тебе надо отмечать, и тебе не надо вот этот обзор большой. Я же держу, я же его, блядь, не кручу к вам хвостом, то есть я не меняю сектора, то есть я держу так, вот как ты сбоку встал, так ровно и стой. И все, и будет нормально. Я же заранее не начинаю двигать, я же начинаю двигать тогда, когда уже сам появился лезвие, я его увидел. Начинаю двигать. Сейчас что по БРам скажите, у кого? Я вот вижу такой дритинг. 3 БРа в КД. Мэтт Фокс, да, остался 1 БР. Да. Не, Мэтт Фокс отдавал БР. 3 БРа в КД. У Катриси остался БР только. Ты как сдох, Захарович, блядь? Свет вышел, сдох или как? Ничего не вкурил. Нет, меня метка убила. Панцирь не зыбка. Есть, нет? Сначала панцирь, в следующий раз не зыбка. На третий раз опять панцирь. Потом уже что откатится. Метки бьют до хуя. Рыба. Главное, всего хватает ДПС и хила, всего только надо исполнить. Не сдохнуть, как бичи, блядь. Жалко, ну, мы исполняем. Я понял. Так, исполнителя исполняют. С него должен, блядь, танк выпасть, нахуй, легендарный. Это ты на кого выпал? Это вы по кому сейчас дали? По Мэтфоксу и кому еще? Героику инвалид. А, хорошо. Стамин вафнус. Блять, а он, по-моему, пропадает при заходе в тьму или нет? Вот это да, вот... потому что на меня вешали, я потом сдох. Ничего. А если какие-то тьме... бафы пропадают. А если в тьме лог дает, то не пропадает, да? А уже когда сдохнешь, можно встать, наверное, да? Надо потестить. Истерию будет. Не давайте перед заходом, типа, другую часть. Она слетает сразу же. Истерия дается с пула, и вторая уже на третьей фазе дается. И третья уже да, в конце. Да, я понял. Просто, типа, ну, по мне дал кто-то истерию. Я зашел моментально в другую, и она просто пропала. Катриси тут. Да я чё-то... Я заебался. Нахуя вы бьете раньше, чем вы? Блять! Падаем? Нет. Катрисия Барьярника. Вперед. Побежали. Надо паниковать. Вот сейчас без БРов можно убить, только надо не упасть, вот и все. Большого. А уничтожьте быстрее большого. Именно большого надо убить, потому что он от него растут маленькие. Быстрее. Ханта нету напуливать. Не это. Очень осторожно играйте по-большому. Не дай бог кто-то с вас по нему не играет. Закханыч. Ладно.
Объясняю. Сейчас я посмотрю. Вот на этом вайпе, вот мы сейчас упали. Я посмотрю. РДДшники, кто с вас... Так, а цивилаша, все нормально? А чё, на ней боб, что ли, или чё? Диван? Ну, диван кто-то дал. Диван. Ну, я не знаю, это... Снимай. А, исчез. Так... Она, видимо, вылетела, нет? Потому что, начиная с большого, она агро не набирала. Я двумя гневами его сорвал. Она не в сети, она вылетела. Так у нее диван был или что? Да, я тебе говорю, она, видимо, вылетела. Она вылетела, да. Там не было дивана. Божественное вмешательство. Убегай, убегай. Божественное вмешательство было. От кого? Том, я не знаю, вот час у нее только что висело. Да похож, что оно было или нет, она просто вылетела, когда был большой. Ай, блядь. Кринж. Ну, похрен не похрен, ну а кто кинул? Не знаю. Я думаю, это паладин. Это понятно. Это паладин, хорош. Тут, наверное... У меня не в КД. 10 минут КД, у кого КД? Тут, наверное, кто... У Айхеля тоже не в КД. Кто понял, что... Кто понял, что этот... Что Илаша вылетел, наверное, тут и кинул. Я с собой, да, кинул? Не, ну ты сказал после, а человек, может, какой-то раньше понял. Рыба. Пон. Ок. Бля, ребят, фейспалм. Не бейте босса, пока не поставят. Да, блядь, будьте, ну, сука, так любезны, нахуй. Зачильтесь, поставят босса пару секунд. Два ебаных на пула, блядь, сначала побьют. Секунду нахуй или две, потом вливайтесь. А, когда же мы все нюансы выучим? Призм готов? Призм готов, да? Там дает счет. Зайдите за линию, кто там? Я нужен? Всем привет. Да, заходи. Могу зайти кинуть. Да, заходи. Кем нужен? Престом. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас мы пока трай дадим. Может, убьем. Если убиваем, раздам всю голду с паладинок. Сколько? А это секрет. 1003. 300 голды? На всех? Маловато. Не, ну ты скажи для затравки хоть. Полляма-то есть? Капа 214, 800. Не он на починку недавно просил? Угу. Чё там вообще для затравки? Он скупой. Не знаю. Кряга. Ой, для затравки. Ну так-то ты дохуя на людей. Подарить мне волонир ВХ и ШМ. Ну, уже это подумал, денег, да? Тебе надо скинуть просто. Говори номер карты. Да мне денег на лечение надо скинуть, блядь. Ты даже лечиться не можешь, потому что денег нету. Да не, просто болезнь такая сильно дорогая. Кринж называется. Называется рак жопы. Ой-ой-ой, блядь. Не хочу умирать. Молодым. Кушаешь с ним? Да, да. И двигаемся. Ура. На стрек. Сука. Второй на продакс, блядь. Мне на стресс, но я не знаю, ты вроде нормальный скилловый тип, нахуй. Ну почему? Ой, блядь. Не знаю, нахуй.
Мэтфок, срезни его там нахуй. Мы ему скажем, когда зайти. Если у тебя есть БР, конечно. Резнуть землю на стресс. Сержу, бля, это пиздец. Охуею. Ты чё, опять умер, что ли? Да пиздец, у меня уже плывет нахуй. Не-не-не, но стресс. Ну да. Да даже пизду вас нахуй, ну это в пизду, да нахуй это надо, блять. Бичи, блять. Я есть хуйня, нахуй. Ну почему, нахуй, я не понимаю, почему не отойти от босса, блять. Не подождать, где появится лезвие, потом уже проверить, можно бить или нет, блять. Я хуею. На стресс, сука, почему? Шалфир, заходи. На стресс, спасибо тебе. Ну, вроде продукт даже не умирает. Ты умираешь, пиздец. БР покидает рейд, еще Катриси уходит. Не знаю, сейчас если замены не будет, можно распускать нахуй. Катриси, на стресс. На стресс ты в DC вообще нет? Или что? Ну, на, ну... В варианте он есть. Ну так а чё с тобой? Это хуета какая-то. Пиздец, нахуй. А, нихуя. Хулидринг сидит, чилит, смотри. Банные, блядь. Бастон, блядь. Давай на стрелку. Ебаный покос, блядь. Хорош, Атрисия, хорош. Хуя ты его выпалил. Там Вулгрим, кстати, еще просит. Что дом на этом. Ты так просто плюсанул. Вулгрим, у тебя как с тактикой? Где Шелфир? Сейчас, не вычкал из-за дона. Бигдем пришел. Бигдем отберите. Он может поводить эту тьму. Да ладно, блядь. Так, Вулгрима пока свищем. Давай, почили дальше. Нет, нет. Ебанись, почили. Вы понимаете? Вы понимаете, что на кону, блядь? Вот мы сейчас час поиграем, и все. И на сегодня все. У нас босс не убитый стоит. Понимаете, что мы можем его убить, как нехуй делать. У нас люди исполняют какую-то полную залупу. Хулидрин, Бигдем. Хулидринг, Бигдем и Призан во тьме играете. У вас там семеро будет с первой пати. Сержу так же сету. Все остальное так же. Вулгрим пока почиль, короче. Все, можно пати давать. Так, я написал там себе в ЛС свой, что 20 там? Минут есть еще буквально. Это хуево. Надо да. Будет... А продакс, иди портанись, возьму Шелфира, пускай он побьет. Так, посиди там стрим, посмотри. Мне нужна цель. Я охуею, если сейчас Хулидрин, Бигдем и Шелфир умрут, нахуй. Как втроём одновременно. А чё, можно так? Ну, лучше не стоит, как бы. Да, давай, спасибо, Катрисе, блядь. Я думаю, ты насвайпал специально, нахуй. Ща ебанём, блядь. Дайте, что ли, фласку, блядь. У Сенжу на АП, у Бодикона на СП. У меня три фласки осталось. Там Хулидрин, Бигдем, по одному накинь. Как раз час остался. Давайте закроем, я ебал рот эту хуйню. Вы чё, блядь? Стресс убрали, он постоянно дох. Катрис убрали, он тоже дох. Давай я первый хулидринг, второй. Буря-буря. Там он буря-павич. Это смотрите во тьме. Три ретрика сейчас. Играйте флешками по мне. И в конце, когда будет там лямов 10-15,
крылья прекращаете давать. Ну, лямбов на 30 можете прекращать. Короче, когда вот фазу мы начали, третью, и один раз крылья даете, а потом уже не даете. Ждите и оставляйте на себе эту на бабл хуйню. Когда у вас будет бабл, ну, там, под вас посмотрите по ситуации, дадите по мне каплю. Сначала бабл на себя, ну, каплю и бабл. Короче, чтобы вас не убило нахуй. Нормальная будет. Либо по метке может быть. Биг Дэм, как у тебя там, блядь, дела? Ты собираешься в игру возвращаться? Я понял, нахуй. Да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Вы опять за свой. Уравнивай. Шажок на себя можешь сделать, на звездочку. Маленький. Сейчас он дыхнет. Ага, хорош. Бегаем. Стопните по боссу, сначала треши болите. Там процент всего лишь. Все переводите. Ему уводит рарник? Да. Я вот не знаю, какой сектор этот, наверное, вот сейчас. Вот этот, по идее. Ага. Начинаем двигаться. Короче, я думаю, давай попробуем не стопать. Ну, не знаю, на что это повлияет. Просто не стопаем, бьем и все. Сейчас после вторых резвий переведем перед третьими. Не знаю, поможет это, нет. 3%. Как можно больше по боссу бить. Перед третьими переведем. Сильнее-сильнее. 1%. Внимание. Готовимся. Фаза. 0.5%. Только метку смотреть. Сразу портал появился. Те, кто свету, вон он, быстро, 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 у него метка, метка, только не зайди в портал. Ага, отлично. Теперь тьма, стоп, дамаг. Свет по боссу дайте урон. Притом. Выноси, метеор перебежали. Метеор. Так, с процентаж 50, хорошо. Матфакс на себе, СС. Лезвие вот. Этот свет стоп дамаг. Свет стоп по боссу. Полностью стоп. Ждем 50 хотя бы или 60. Ага. Метеор, готовимся. Десят. Ем? Сейчас 60 будет. У нас трэш сейчас. Обдотайте. Будет вот 60 по боссу и по трэшу. Прям много по боссу давайте. Когда 60, у вас урон увеличен.
нормально. Так, ага. Играем, играем. Так. 50-60 надо играть в идеале. 50-60. Бен Стиллер уноси. Ветер перебежал. Метеор. Лезвие 2 секунды. 50. На 50 просто человека 3 стопайте по боссу святую, и нормально будет. Будет 60 и заново бьете. Так. 60, хорошо, по боссу дайте. Я там сдох. Почему не хилили? Упала тьма. Трай, трай очень хороший, но, ну, Авелания что-то, ну, слабовато. Что, с маной села или как? Что было, блядь? Не-не. Ну, а почему? Кстати, а чё упала во тьме Фридом не кидают? Трое должны кидать, по идее. Падайте, я свет. Первый, третий, четвертый. Тьма полностью упала. Ну, спасибо, спасибо, что захилили, блядь. Мордаун, чё там за дела? Ну, все в КД было. Там я плеск секунду кастуется с КПВиками. Получено исцеление. Будет Авелания. Частица. Друид инвалид омоложение. Быстрое восстановление. Покров хотя бы кастуй. Или что? Что ты там делаешь-то? Покровчик накастовывай. От тебя в меня молитва. Где, ну, исповедь 40 тысяч. Это ты сколько раз ее дал? Два раза? Чаще. Но я молитву берегу на тех, кто в этот в лужу убегает, потому что на них не всегда прилетает. Похуй на них, похуй. На них щиток хватит и флешек. Исповедь в меня по КД. Хорошо. Больше. По танку побольше. Это серьезная хуйня. Если танк падает, это вайп, вы сами видите. Все то же самое делаем. Также дамажим, также после перед третьим будем переводить. Вот. И это. Хорошо играем, но не уроните, блядь, танка. Это очень важно. Это чревато. Танк 6 минут. Так, Седжу. Тут Седжу. Отошел. Вадикон, у тебя есть фласки там? СПД? Да, есть. Еще качаются банки, то еще по одной берите. А может быть, мы хотели СС в тьме кинуть, нет? Да, попробуйте. Да, просто сейчас кинули. Я в свету кинул, когда на третьей фазе вышли. По мутбоксу. Банки у кого кончаются по 5 минут, там у Седжи возьмите еще на АП. А саппорт кому-то надо? Рыба стоит, ешьте. Бетон. Кто-то начал шипеть. Бен. Шкао. Ты шипишь. Пиздёшь. Нет, я чекнул. Окей. Не шипишь. Бэн. Старайтесь не дезморалиться. Ну, это ж все-таки я хуй знает. Это, ну, это игра ебаная нахуй. Это не мы, пидоры, а они. Все правильно. Сейчас, погоди, я рыбу не понял. Раздавал ебаные банки. Как ты говоришь, раздавал ебаные банки? Водоносец. На эту ебень на АП. Ну, кстати, было близко вот с этим траем. Бидон вылетел. Да все было охуенно, нахуй. Просто меня взяли, проебали. Ну, типа, очень высокая ответственность вот у танков, у хилов. Ну, танку, соответственно, филигранно все делать, красиво ставить. Там мтить, рпшки кидать большого. Ну, танк трэша вообще, ну... Тоже вроде что-то надо, но Лингрид, скажи, что там не сложно, блядь. Самое простое. Да, вообще не сложно. Вот, там большую роль играют на пулы. Ну и хпал огромную роль играет. И все хилы в тьме играют роль.
А вот хилы в тьме — это самая ответственная роль. Это очень-очень серьезно. Если вы прослакиваете, все, минус танк. Он с двух ударов убивает. Поэтому надо на максимальном хп держать танка. Так. Нет, блин. Как у вас свету по трэшу там? Давай на стресс. Пошли. Только не падай опять, нахуй. Пожалуйста, нахуй. Бидона убрал. Призанов хила. На стресс в тьму дамажить. Сумоним. Так на замене уже 3 часа пишет, сидит. Ну. Не видел. Там хоть знает, когда пришел. А он в игре вообще? Ну, вроде как. Не, вы че, он с самого начала там. Не, только его... собрали пальцы, он пришел. Я его не вижу на замене. Он в Дисе? Да, да, в Дисе. Может разговаривать там, по-моему, не может. Так а хули ты не заходишь? Чё, в игру нельзя зайти? Зайди в игру, плюс они, блядь. Ладно, пока это все он заходит. Он плюсовал, спрашивал. Я не видел, ну, сейчас его нету, по крайней мере. Мы, ну, время дохуя проебал. Это, проверка на готовность. Заходите за меня. Сейчас трайся, если будет, он неудачно, то возьмем. Дает что-то. Призан спрашивает, ему свет выходить? Да, ты схилишь свет. Ты хилишь свет с Варахелем и Мэтфоксом. Наводишь после второго света. Ну сейчас синтек, если выпнемся, то возьмем. Если нет, то нет. Не умрите, метеорит. Застань его хвостом, пиздец, не там пошел. Этот друид инвалид, резай его. Там ты, ну, припоздал немножко. Надо бежать чуть раньше начинать. Не раньше слов небеса в огне, но раньше, чем ты начал. Фулбах. Как только образ метеора появился, можешь бежать. Да. Там в тайминг идет стан хвоста. Если задерживаешься секунду лишнюю, получаешь стан. Еще и клиф. Это лужа пиздец хуевая. Че, до стенки не доносится или че, нахуй? Кринж, блять. 2% на боссе, смотрите осторожно. Переводите. Призан вот это шмоти херач. Хилит. Ну, блять. Значит, Варахель будет готов к тому, что ты с Мэтфоксом. Не проебите свет. По-моему, вот этот сектор, нахуй, точно уже не знаю. Наверное, этот. Начну крутить. Да, я чувствую близкая прям моя смерть, нахуй.
бедный призом, пиздец, кринж. Лезвие, видите? Спасибо. Да вы не хилите! Вы не хилит нихуя. Спасибо, ребята. В чем проблема у вас? Ну, типа, призом хуй с ним, но друид инвалид, мордаунт и вавилания. Ну, это, ну, я не знаю, что вам сказать. Это там херов. Фатурим, блядь. Тебя пробивает, как тряпку, блядь. Ну, я не говори, как в масло заходит. Как проститутку, блядь. Давай посмотрим смерти. Посмотрим, реально там было захилить или нет. Сейчас глянем. Нет, там не было теряно. Я такое хотел тебе похилить, флешку. Так, минус 4,72. Пелена полумрака, это не то. Так, рассекающий удар, мисс, это не то. Фулл хп, стою, 78 тысяч. Дальше. На отметке минус 2,84. Так, пелена. И атака ближнего боя 29 тысяч, минус 2,74. Следующая атака на минус 1,27. Атака ближнего боя. ХП у меня 50 тысяч. Атака минус 26 тысяч. Следующая атака на минус 0,7. Это парихаст идет, видать. А, нет. Это просто пелена полумрака идет 4000. Нет. А что это тогда? Я еще на лезвие сдох. Ну я не знаю, но. Не, скорее всего. Ну авто такая же у меня. Не просто. Тычка, да? Тычка по-любому. Ну типа вот считай от первой тычки сколько. А, ладно, пизду хули считать. Просто выбей чей нахуй, вот и все, нахуй. Просто бичи на танке сдох. Ну, типа, вы на ретриках тоже вас трое, блять. Кидайте флешки. Пол хп увидели у меня, кидайте. 30% мне снесли, кидайте, блядь, все. Иначе, блядь, век воли не видать, нахуй. В смысле, чешки не видать. Вархиль предлагает, он во тьму, а Вилания в свет. Свапнуться. Я уже сейчас уходить буду. А Вилания уходит, так что да. Я даже не знаю, что дальше делать. Максим же еще. Ну а хули Максим, блядь? Максим тоже вроде ничего. Ну, жрите дека. Хапал есть. На антике. И дека бери, хуй поделать. О, давай, уходи. Синтек, mm-hmm. Заходи. Пишет, может, на хайпале. Кстати, там проходки нету. А, там проходка же обычка. Заходи. Хайварахельс, в тьму пойдешь. По-моему, только ты меня не роняешь. Ну, слушай, а в 25-й раз радио проходка нужна? Не-не. Давай, заходи. Так, если проходки хотя бы выставил. Я же убрали логи еще хуй. Или что брали хуй знает когда еще? Пускай заходит. Короче, похилишь Вархель ты, Синтек свет с Мэнфоксом и Призан. Призан, ты шмот там переодень, не забудь. Я не знаю, у вас такая же хуйня, как у меня, блять. У меня полная, блять. Хуёвое это состояние, блядь, такое. Ну, не сильно хуёвое, но такое, блядь. Я таблетку въебал. Это от боли, от головной. Как-то, блядь, спать охота, нахуй. Вы, наверное, вялые, потому что я вялый, блядь. Так зима же? Нет, я полностью полон энергии. Я хочу въебать его. Я Подзаряди как-то рейд, какую-нибудь хуйню пиздани, я хуй знает уже что делать. У меня просто, блядь, я им предлагал на том хорошем краеше, я им раздал голду, если мы убили бы в топ троне. Мы не убили. Ты не сказал, сколько голды. Ладно, если сейчас убиваем, то Бен Стиллер во флудилку кидает жопу. Подзатяни, ебало, старичок. Суммоним. Я могу и без страя кинуть. Вон у Седжу там нормальный. У него там кепка в сковородке. Дайте шкаф, суммоним Синтеку. Слышишь, ты свет хилишь, Синтек не заходишь. С тобой Мэтфокс не заходит, и к тебе выйдет призом. Не проеби, Вилаш. Баф по нему. Жри рыбу. Фиолетовое дерьмо, блядь. О, дикона СПД. Фласка. Или сапрот, если хочешь. Да, старичок, если у тебя дерьмо фиолетовое, надо что-то делать.
А ты, блядь, на стряг, блядь. Обратись так-то, ну, куда? Так-то это хуй знает. Поддержка... А я понял, я так понимаю, у всех, ну, все Саша ебанутые, да, вот, ну... Да, конечно. Денчик слазит. Почему Денчик? Я не Денчик, блядь, заебал. А кто ты? Ну, Денис, Дима, одна. Это, все, тихо. Хуя себе. Денис, Дима, говорит, одна хуйня, нахуй. Не останьтесь за линией, хули вы там бегаете? Леваша? Залагала. Тихо-тихо, назад так, отойдите. Назад. Уйдите назад. Без круга. Леваша, припод. Выйдите, выйдите отсюда. Ну, а она... так красиво, а так красиво бежала. Тихо. На коне. Сейчас чихну, нахуй. Этот, Леваша, ты тут плюс они что-то. Сука, сейчас чихну, блядь. Давай. Чихай, заебал. Он пробел жмёт. Сейчас еще раз. Еще раз все прыгаем, понимаем. Подходим сюда. Мы ждем откат на пулу. Сколько там откат остался? 18 секунд. А, блядь. А еще с тебя припод. Тут а кто умрет, тот хуй прет. Все, готово. Ну, она не приняла готовность еще. Еще раз проверка. Будем май. Все готовы делать отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Что-то она подлагивает. Рано. Переводим. Следующее или вот это, хуй знает. Следующее. Вот это вот. Какое вот это? Вот это. Вот это? О. Да. Чудо. Лезвие одновременно в шар не забеги, ёбаный рот. Не забежал? Там если ты просил сказать, когда фазы будут. Угу. Скоро. Один процент. Готов, сейчас будет фаза. Метку вынести. Быстро в портал. Бархель.
Архели тут хорошо, повезло. Смотри, лезвие сейчас. Метеорит. Минус в Архель. Спасибо, Архель. Так. Могу поднять. Поднимай. Прям в темпе. И заходи сразу, быстро заходи. Иннер мы успели, надеюсь, дать? Да. Надеюсь, он не под ебалом зашел. Ты зашел к нам, нет? Блять, ну... Не успел, портал попал. Ай, нахуй. Гим даю. Захожу, захожу. Да, я успел. Я тебе зубы сдал. Я, блядь, не зыбку знал, нахуй. Еще и БР есть? Метеорит. Бэтфокс. А танки? Он по танкам, он по танкам. Ну, захильтесь. Блять, Red... А, да, не, нахуй, это не вывозится, блять. Ты чё, нахуй, мы же ассистами не умеем играть. Пизду, нахуй. Вот ты побежал, ты видел, нахуй, что там шар? Ты смотри на сектор-то тебе, куда возвращаться? Какие вы крюки вот эти делаете? Назад, вперед, блять, хвост, нахуй, это пиздец. Ёбаный в рот, блять, взял, сдох, нахуй. Друид, вообще не хильте. Хильте, конечно, Рейд лежит, нахуй. Ой, бля, Рахель, бля, где твой боевой дух, бля? Давайте сделаем это, блядь, это ж пиздец. И когда вот такая хуйня, когда такая хуйня, вроде как выдержать можно, но вы падаете. У нас три ретрика, три лба, блядь, это три флешки, нахуй, это можно кидать. Вы настройте себе дуны так, чтобы вы могли это делать, а не так, что я хуй знает, это выпрашивать с вас надо, блядь. Вы могли бы подержать меня хорошо, друида инвалида подержать, блять, кинуть ему нахуй флешки нахуй одновременно три штуки, он бы не сдох в этой ебаной луже, блять. А Фридом был вообще? Ну вот, вот и вывод нахуй. Он просто его, он не захи, ну, чтобы захилиться, нужно дать себе три жизни цвета, пока ты еще бежишь нахуй до стены. Все, и ты служу тебя диспелит и готовить на себя быстрое восстановление. Все, по-другому ты не выживешь. Плюс дубовая. По-другому ты никак не выживешь. Плюс мордаун должен хилить. А еще я стою, нахуй, и падаю, блять. В этот момент ретрики могли засейвить. И кто из них что сейвил? Рарник, вспышка света. 80 тысяч. Полидринг, вспышка света. 4 тысячи. А кто там еще один? Бурибай. Бурибай вообще похуй. Вот и выводы. Вот и выводы делаем, нахуй. Типа, либо мы играем полностью на 100% за класс, либо мы вот такую хуету получаем на РТ. 4 часа в никуда, нахуй. Ну, как в никуда? Кто-то научился, но мы по итогу не убили босса, блядь. Вот и делайте выводы. Что надо делать, что, чему учиться, блядь. Либо мы начнем играть красиво, либо нет. Надо еще, чтобы флешка стояла, капля, блядь, сальва и вся хуйня, и боб, и диван, все, чтобы было. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Кринж. Давайте с этого трая, короче, если убиваем, снимаю ГП за синдру и... О, нихуя себе! Нихуя себе! Нихуя себе! И подумаем еще кое над чем после рейда. Процента стопните по боссу, трэш и бандит сначала, так ауешка переведется. Все, по боссу бейте, переводить.
Так, вон тот шар, да, который проходит хвост. Да, вроде да. Готовимся, двигаемся. Идет. Прохили очень внимательно. Я какое-то время проживу, ты самое главное смотри за своей позиционкой. Да. Дубы тоже есть. Дамага больше, 1% внимания, свет готовимся. Больше дамага. Так. Метка, я не знаю, сколько... Метку, да, смотрите. Метку. Смотрите метка, чтобы в портал не здесь появилась. Все, там уже часть вышла. Больше. Вон метка, крестик появился, выноси. Нормально. Все, теперь играем внимательно. Лезвие секунды. Мэтфокс. Метеор. Метел. Куда ж ты в лезвие? Ой, блядь, в лужу понес. Так, процентаж смотрим внимательно. Че там, 60, да? 50. Я что-то забыл, фридом какой? Твой фридом? 60. Вернись. Мой рарник. 60 по боссу больше. Мы Мэтфокса здесь берем? Конечно, конечно, берите. Обязательно. Есть его дикона бер? А видите огонь? Нету. Сколько? Метеор. Сколько когда? Прибежали. Долго. Хорошо. Без Мэтфокса старайтесь, Призон и Инсика старайтесь не уронить. Помогайте им, если что, Вадикон, если что, помогай хилом и Шелфир. Свет, стоп, дамаг. Полностью. Блять, мудаки, нахуй, на стресс и Закханыч, нахуй. Вы бичи, вы что на первом килле падали, нахуй, что сейчас, нахуй, нихуя не учитесь, нахуй. Или вам просто не везет, охуенно, нахуй. Просто бичи, блядь. Седжу, заходи в тьму быстро. Ищи рейд и иди в рейд. Метеор, готовьтесь. Зашел Седжи, нет, там лезвие скоро будет. Вижу. Бля, Буребай, умрешь, бабл жми. Ладно, Седжи там уже ну, умер Буребай. Пизда нахуй. Бомж нахуй. Так, Седжи вот он зашел. Слушай, ну я не знаю нахуй. Че по БР у тебя там? Так, короче, делаем так. Хулидринг рарник, будете играть флешками. Они сдохли там. Они сдохли, да. Падаем. Дыхание буком было, что это? Ну, это сорвали, он повернулся. Сорвали разве? А мне показалось, он повернулся или как не, это? Не, он стоял боком, все как надо, как стояли. Меточки. Уебало. Это Сировский, наверное, клинж, блядь. У меня просто в таргете был Элем, поэтому я не видел таргет этого Халеона. Мне казалось, он развернулся. Не-не-не, стоял он нахуй на Вилаш, посмотрел. Что же он сделал, интересно? Пом. Не знаю ответить, просто скажу пом. Ну, Зохана еще заменить, вроде уже нормально. Все равно ДПС нет. Не понимаю, нахуй. Ой, блядь. Быстрее. Этот пидорас мне 3 дебафа кинул за бой. Да наоборот нормально, когда на тебя кидает. Не, это кайф, конечно. Не дамажишь, не хилишь, только бегаешь. Быстренько пожрали, 10 секунд. Проверка. У нас 40 минут. Давайте. Да, давайте без паники. Заебала эта хуйня. Давайте, блин, играть. Нормально.
дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Сука. Притормозите босса, сначала трясите. Все, переводите. Следующее, да, или какое? Или это нахуй? Ну, это. Я, блядь, полусонный нахуй, засыпаю на лезвие, блядь. Первое главное не проебать. А, нормально. Нет. Хильти, ёбаный рот его, блядь. Хильти, хорошенько. 1% фазы, сильнее по боссу. Смотрите внимательно метку. Да, было. Метку вы поймали, потом вышли. Вот метку выноси и портал, быстренько портал. Ну куда подъебало несет челик? Ебу, кто это нахуй? Закханыч, ты совсем дурак нахуй? Ну что ты делаешь? Ну тебя... Пиздец. Мэтфокс, есть БР? Так, выйти в свет можно? Кому? Ну, да, блядь, нужно. Опоздал, быстрее, вы, иди быстрее. Так, что там? Так, пока... Зареснули Закханыча? Говорите со мной, блядь. Свету побольше по боссу, да? Не реснули. А, ну, Мэтфокс, ресы. Хули вы дрочите или чё там нахуй? Кирсори выноси. Скажите, когда ресните, блядь. Я не вижу нахуй. Я рид скоро. Реснули, нет? Его не ресают. Его не ресают. Не могу БР принять. Я в ахуе просто с вас нахуй. Могу реснуть. А, ну тут... Ну, стресс, иди сюда. Блядь, он сдох. Как он сдох, нахуй? Реснул Мэтфокса? Да, поднял. Да сука, а ты как сдох, блядь. Вы совсем ебланы, нахуй. Мэтфокс, рез из Закханыча, нахуй. Пиздец, просто нет слов с вас, нахуй. Реснули Закханыча? Метеорит. Я понял, нахуй. Вы там будете резать его, не? Не бейте босса. Стоп.
Да, свет не имеете. Вы ясните, Мэтфокс, у него есть БР, нет? Я в ахуе просто, блядь. Давай, нет, да, у него БР, он линковал, что у Мэтфокса нет. Все ясно, блядь. Мудаки, блядь, ебучие, нахуй. Заканчиваем, но стресс, нахуй, полные бичи какие-то, нахуй. Вот это что, блядь, мордаунт, нахуй. Потому что мне, блядь, фридом никто, блядь, не дает, я, блядь, бегу, блин, туда, куда-то, блядь. Ты что, блядь, шар не видишь, где-то, нахуй? Где-то, да, где-то, где-то мне, блядь, бегает, блядь, там. Заебали его, нахуй. Метеор, перебегите. Пробуем так, минус 3, не знаю. Пробуем, все, что, выжимаем все, что можем, нахуй. Три пала есть, нахуй. Короче, седжу, обидным тут. Сорок. Тьма, свет полностью стоп. Седжу по команде, уходишь в тьму. Готовься. Быстро в тьму беги, беги быстро в тьму и дамажь босса здесь. Ай, блять, неудачно, ладно. Я видел. Нормально, нормально. У него пламя на этом было. Так, 50, то ждите, 60. 50. Сейчас будет 60, по боссу дадите. Не проебите. 60 по боссу дайте свету нормально, у вас там много ДПСеров. Ну, играем так пока, как есть. Нет, помню, да, БРов? Не будет БРов никаких, их уже нету. Там дали, все. Бичи даже не встают, нахуй. Ну, вообще должны добить, до берсы минута с половиной, играем так, как есть сейчас. Неудачно просто. Ну, фридома нет. Мир сорвал! Ну, заберите, хули. Убейте большого. Самое фридома главное... нету. Похуй, нормально. Свет полностью стоп, ждем 60. Свет полностью стоп, ждем 60 и зергаем босса. Мобов не бейте, я их на себя подержу. В свету у босса может так только... Мы не бьем ничего, получается? Не да, бейте. Босса, ничего, босса не бейте, трэш можно. Нужно даже. Вот смотрите, сейчас 60 будет, и мы его добьем. До берсы 40 секунд еще, 50. Сейчас 60 стукнет, да, и сразу фул по боссу. Да, просто играйте. Главное, не уроните танк. Все, 60. Просто, Веру, дай призом. Просто добивайте босса и все. Главное, войда не проебите в себе. Invisible. Все, фул дамаг, там лям добьете. Ай, блядь, даже войско пока стоит, блядь. Блядь, наконец-то. А, о, танковская, блядь. О, мили. Короче, короче, на стресс, нахуй, Закханыч, нахуй, это полная залупа, нахуй. Топа, ГЦ, да, ну. Это фрики, я хуй знает, что они тут. Я не, ой, знаю, чё, я не знаю реально, нахуй, это хуйня. Слава, тебя за язык никто не тянул. Чё, это не тот трай, нахуй. Тот трай уже прошел. Это, да. Ну, конечно. Не, это тот трай, по-моему. Это не тот трай, нахуй. Не-не-не, просто уже мы три трая делали. Это, а танковская бесплатно? Танковская бесплатно? Ну, сейчас пока ничего не менялось. Мне вообще... поможешь снять. Это, тихо. Не грузите меня, блядь, я сейчас ебанусь. Это я написал уже, на следующей неделе это в силу вступит, касательно цены ГП. Вот, сейчас мы делаем как? Танковская? Ну, кому она нужна вообще? Да, дай нахрен. В Рахиэлю. Дай в Рахиэлю, не нахрен ее. Давай, ну. Мишке лучше отдай какому-нибудь. Ну, медведю лучше отдай. Понтовый, мне кажется. Тут медведей-то нету. Мудфокс разве только? Ну, знаешь, Холидринг отдай. Короче, Холидринг на. Там делайте, что хотите, мне вообще похуй. Тапки на хэпала. Не пыли ее, Холидринг. Топовые. Так. Не понял, а куда ты кнопку распыл дел, бля? Не пыли ее, Холидринг, оттуда. А я хуй знает. Сейчас все высочится 100% оффспек и... Сейчас пока по старой, это просто на... Да, что я Че? Ты меня хоть не смеши, блядь, а? Так, чешка. Не, это отдам, нахуй тебе. Так, чешка Кирсори, поздравляю. Да. Можно у кого ходить. Ну, насчет Тевилаши не знаю. Ну, типа, там неизвестно, ну, бустанет ли она на роботе или нет. Ну, он, мне кажется, вряд ли сыграет. Но... Кирсори. Чешка. Чуть 6 тысяч не дал тебе, нахуй. Так, ну, 3 тысячи стандартом идет. Мы проебали здесь сколько? 3,5 часа. РС. 3 тысячи.
И мне минус 100 хп. А я тебе давал, что ли? Тебе не давал вроде. За духа на лебедь. Да, мне за вчера тоже минус 200. Тот... Это почему так? Тот трай... Ты сказал, если с этого трая убиваем, то... а трая... это был последний. Мы с того трая не убили, блядь. С того трая, да, не убили. И он говорил вообще про синдром, а не про леди. Да, этот самый... Так, мы закончили РС-ку, и у нас до конца РТ полчаса. Ну, наверное, на этом закончим сегодня. Завтра у нас что? Уяли насрали, пошли. А давайте обычку РС-ку еще закроем. Пошли, ТРС-ку зачистим. А да, кстати, насчет обычек. Мы ходили в обычку? Мы одну ходили только, да, по-моему? Мы одну ходили только. Да, давайте вторую. А кем я ходил, я не помню уже. Сейчас я протянусь отсюда, я ебал этого синего дурака нахуй. Я вообще, я, по-моему, чилил к ДЦшникам, да? Лава, вот видишь, пока мы с Бигдемом не зашли.